Привитоса, амигос. Ну что ж, продолжается невероятное приключение на 10 из 10 по шкале Логвинова в Uncharted. Так, подождите. А, для стрельбы. На этом моменте я закончил. Этот КамАЗ меня уже 3 раза раскатал по дороге. Значит, для стрельбы на бегу нажимайте R2, это понятно. Ага, и удерживаю L. А, все сразу, да? Никак не отвязывайся! Мне кажется, что... А это, конечно, офигенная часть геймплея. Это в последний раз я в такой играл на Денди, где, помните, надо было играть за Терминатора, и там едешь на мотике, короче, из-за обреза впереди надо было ворота открывать. Вот последний раз, вот, по-моему, там я такой геймплей припоминаю. Ну, то есть это очень старая херня, типа, когда за вами что-то гонится по экрану. Это настолько, да, я вообще не могу припомнить, когда последний раз такое видел. То есть это как Street Fighter 4, где там вас этот Старый ковш рынок. начинает настигать, и надо быстро стенки рушить. Наверное, это сюда. Это, конечно, момент Черт. доставил. Вот, многие в комментах пишут, что это я так ко всему придираюсь в плане сюжета. Придираюсь, потому что считаю, что сценарист сюжетный, он здесь. тоже должен, знаете, быть это не пальцем деланный и Зевать. пилить годноту, потому что не бывает хорошей игры без хорошего сюжета, если это, блин, конечно, не батла какая-нибудь. Огонь по колесам! Что за чудо? Че он там крикнул? Остановка дальше? По-моему, это, блядь, наша маршрутка, сука, седьмая пролетела. Еб твою мать. Да. Стрельба на геймпаде это вообще не мой конек. Я не знаю. Сука, чё. Как ты себя чувствуешь? Как, блядь, как можно выдавать? Я, кстати, сделал, как просили, голос погромче, блядь, вроде как главного героя диалогов. Так. Но если все равно Теперь будет надо тихо, найти вы в выход. комментах напишите, я еще прибавлю. Так, мало-помалу, постепенно мы придем к нормальному балансу звука. На самом деле, опять же, повторюсь, что это зависит от того, через наушники вы слушаете или через колонки. Через наушники, как правило, очень громкий системный звук и очень тихий микрофон, а через колонки компа обычно наоборот. То есть попробуйте так, сяк, не знаю там. Блять, этот автобус меня поджидал. Вы смотрите, я подходил даже постепенно, недоверчиво. А он все Ладно, под, эти он будем подманил. Он обходить. ждал, когда я подойду поближе, чтобы пердануть мне в лицо, блять, на зажигалку. Сука, падла. Не, ну слушайте, откуда в яме такая чистая вода водится? Я вот когда снял видос про графику, да, потом подумал только, откуда в World of Tanks. Да, лужа нарисована классно, но хер ли она такая чистая. Она, блядь, чище, чем минеральная вода у нас в баклажках там. Чище, чем святой источник, точно. Нет, не святой источник, а это как там, которая, блядь, забыл постоянно, которая акция, короче. Вот, это же лужа, она грязная должна быть, зелененькая какая-нибудь, серенькая. Хотя, в принципе, на идеально чистом асфальте, да, после ливня можно увидеть какие-то идеальные лужи. Но здесь-то, ёптать, до дождя-то не было, был этот разлом какой-то. Я вообще, блядь, не понял, мне куда идти-то надо? Че, он сужает глаза, что ли? Мне надо обойти автобус. Может, просто по автобусу залезть надо? Похоже, на него можно забраться. Ага, блядь, конечно, на автобус так тебе просто, да. Это жесть, конечно, начинается. Вот эта замудненная лазилка в этой игре, она, кстати, вот прикольно смотрится, вот такие. Продуман маршрут такой просто вообще. И чё? Сейчас электричество дадут, как ёбнет тебе. На могиле напишут мамкин паркурщик, блядь. Сука. Ай, ёб твою мать. Мамкин паркурщик, папкин халтурщик, блядь. Ты можешь, блядь, залезть на это окно? Почему я жму стиком влево, чтобы он полез вправо? Я не понимаю. В натуре, ёптать. Нет, не папкин халтурщик, а папкин халтурчик. А, вон дорога. Озвучка, конечно, блядь, отвратительная. Хуже звуков, которые издает Нейтан Дрейк, только, блядь, озвученные стоны в порнухе.
Нет, блядь, наверное, актера примерно там и нашли. Блять, я понимаю, что вы переозвучили речь на русскую, я вам благодарен частично за это, но, чуваки, понимаете, что когда вы озвучиваете речь, не обязательно озвучивать его кряхтение, или надо, чтобы он кряхтел тем же голосом для правдоподобности. Я как бы согласен, блядь, на закадровую озвучку, чем на такую халтуру. О, нет. О, да! О, что это, Сайга, что ли? Блять, куда она делась? Проебали автомат, ну отлично, придурок. Хуль ты его не хватаешь? Мы его ради автомата, наверное, только и убили, на мой взгляд. Больше он, блядь, ничего ценного у него не было. Угрозу он точно не представлял. Ай. Хотя нет, тут бы запалил. Ай, нравится. Слушай, мне кажется, что в этой миссии даже графика получше стала. Хоть в 60 FPS и появился смысл снимать, эту графика была, ну, такая стремноватая, в общем-то. А тут вот где солнце пошло. Солнце взошло. О, стволы мои, стволы. Не успел прочитать, как пушка называлась. Ёптеть. Вы чё, суки, я ж... Я слишком громко целился, что ли? Я что-то не понял, как они прохавали, что я тут. Получай! Сука, я вам сейчас покажу, как Клинт Иствуд такие ситуации улаживал. Это был удар, мне послышалось, что кто-то сзади подкрадывается. Отпустите его! Поняли? Отпустите меня! Или это он про кого? Почему вот этот был крик, пропустите его? А вот этого, что ли? Ну, ебать, я таких, знаешь, в этом... Как там этот, блядь, называлась игра-то? От Ubisoft, блядь, этот, блядь, Rainbow Six, я таких, знаешь, пропускателей. Сколько... Блядь, какая ты, посмотри, а? Подкрался все-таки, сука, блядь. Надо было гранату на него, но, бля, я не знал, что такое вообще будет. Ну, как, блядь, в Tomb Raider, смотрите, даже, блядь, мобы такие же. То есть в Lara Croft точно такая же хуйня. Хуяк выходит чел со щитом, блядь, пули непробиваемым. Согласитесь, это, блядь, что, ну... Полное, блядь, совпадение, не думаю. Такое совпадение хуй когда поверишь. Они только и успели, что уши заткнуть. Туда. Но у меня, видимо, какие-то оглушающие гранаты, потому что, блядь, все встали. Даже не контузило никого, походу. Блядь, чувак, завязывай. И они ж, сука, не высовываются, пока я не высовываюсь, заметили? Вот я как обычно такие перестрелки проходил, жду, когда они высунутся, чтобы произвести свой тупорылый выстрел в никуда. А тут же я... Тут как тут, хуяк, поднимаюсь и стреляю в ответ. Но они, суки, здесь, блядь, сами ждут, когда ты высунешься. Они играют, блядь, как я. Когда-то. Так. Ну-ка нахуй. А, то есть граната его тоже, блядь, нихуя не впечатлила, да? Почему-то здесь не... Пиздец, что делать-то с этим уёбком? Блять, автомат говно полное, если честно. По три пули очень отстойно стрелять. Да. Пиздец, а что с ним делать-то нахуй? Я нихуя не понимаю, как с ним драться-то, блять. Ебанутая хуйня какая-то. Блять, Лара Крофт просто их щитовых пиздила, блять, с руки, когда они подходят, этим ледорубом убивала. А этот, блять, рукопашный боец, у него, походу, нихуя нету. Навыков, блядь. И дубины никакой нет, поэтому ничего не может сделать. А если сюда пойду? Я же не отсюда пришел, да?
Да отсюда, блядь, автобус, сука. Дерьмо собачье. И рывка нету, чтобы там проспринтовать-то, ёптать. По стелсу тут, ну вот, двоих я убиваю, все. И то, блядь, ни одного. Сука, морпех, наверное, блядь, в черном. Какой-то в шапке пидорки. Я так понимаю, что можно попасть в... Хуя, на кто-то гранату бросил. Можно попасть в падающую гранату, тогда она взорвется. Вражеских солдафонов тоже грамотно озвучили. В момент смерти они издают какое-то особо громкое кряхтение. Так, знаете, так халтурно был Хитман первый озвучен. Или второй. Тё ты хоть из придурок, пиздюлей! Вот я ржал вообще с этой озвучки. Не, это Хитман Контрактс. Секретная часть Хитмана, которая вообще ни о чем. Сука, я надеюсь, его щит никто не подберет, блядь, не та кнопка, и шаг, сука, болотный. Ой, блядь, ну и перезарядка в этой игре, сука, ну и кнопка, блядь. О, у меня чекпоинт. А, прикольно. А гранат нет. Ну и нахуй, у меня чекпоинт без гранат, блядь. Я чё, блядь, сделать должен? Может, магнум щит пробивает? Сука, не стреляйте, тут же ваши, блядь. Правдоподобный победный смех, блядь, зловещий. Как ты себя чувствуешь? Да, да, выстрелить вслепую, блядь, по долбоёбу с щитом, это так помогает. Годнейший совет, просто годный. Заебись. Что-то щитового-то и не видно. А вон он. Где же, блядь, их главное оружие это против меня, блядь, неуязвимое. Надо его на бочку заманить, ебать. Чё, сука, из доспехов выпрыгнул и шаг, блядь. Ебать, они пулемет пригнали, чтобы меня выебать, ты посмотри. О, ёпта, теперь я читаю с непробивалкой. Хуяк. Rainbow Six, блядь. Монтек, нахуй. Чё это было? Мой револьвер случайно выстрелил в ракете? А, понятно. И снова я спасаю... твою задницу. Слышь, я тут восьмой раз, блядь, переигрываю, ты первый раз пришла. Почему? Блядь, а у нее-то жопа какая, ёб твою мать. О, вот это станок, на. Тибетский ритуальный кинжал в кармане. Ну, может, я просто рад тебя видеть. Такие шутки, блядь, небывалые. Так это и есть ключ ко всему. Ты смотри, ты так кинжал выхватишь, блядь, и оставишь его нахуй, без членчика. Что с ним делать? Тогда его хер разве что зажигалка в кармане перепутаешь. Знаю, что Лазаревич без него далеко бы не ушел. Нельзя недооценивать его. Он и Флинн прочесали весь город. Наверняка сравняли с землей десятки храмов. Так что делать будем? Нейт? Я думаю, ебаться. Не делай. Нет? Посмотри. Нож будем разглядывать. Да. Конечно. А вон там? Да, очень похоже. И что это значит? Хуй его знает, совпадение, прикинь. Потом. На нужном нам храме должен быть такой знак. Нам осталось просто найти его. А ты понимаешь, что в этом городе больше сотни разных храмов? Да, но если мы посмотрим на город с высоты... то тогда найдем иголку в стоге сена. Да. Тут рядом есть... Да с какого хуя, интересно, блядь? Хлоя. С высоты? Это самое высокое здание в этом городе. Да. Да. С высоты иголку в стоге сена видно лучше? Пойдем. В стоге. Вот. Блять, какой стог они, интересно, имеют в виду?
Микроузи, нахуй. О. Как называется? FN Fall. Ну да, говно. Наша сайга круче была бы. Жди здесь, я поищу обходной путь. Жди здесь, сейчас я, блядь, выебу эту дверь. В воде отражение смотрю и понять не могу, что я вижу. Давай, блядь, ебанем. В бронированные ручки, нет? Ну, придется, сука, походу, натуре куда-то лезть. Как вообще ствол убрать, интересно? Похоже, на него можно забраться. Ну я и смотрю, что, блядь, он такой же. Какая, блядь, жесткая металлочерепица или что это такое? Да, металл. Сейчас бы, блядь, по идее, у него пол ладони не должно было быть, и она бы прогнулась. Хотя, видимо, Нейтан Дрейк, блядь, 3 месяца в тюрьме сидел, у него руки-то, блядь, мозолистые, наверное, хуй порежешь уже, блядь. Эй, я вижу гостиницу. Я знаю, мы почти на месте. Где? Могли бы показать, что он видит, нахрен мне в этот момент на него было смотреть. На него еще свет так падает, он на урода похож. Пиздец. Ага, здесь еще немножко по обезьяньему. Не, лазилки прикольные, конечно. Вот они такие не быстрые, да, как в Assassin's Creed, там прыг-прыг и, блин, и залез, потому что там лазить надо по одному и тому же дому, а здесь он, лазилка такая, она медленная, но она продуманная охуенно. Ты идешь, такой маршрут интересный. Вот вам, казалось бы, и там паркур, а разница. Просто раньше паркур умели делать, видимо, только линейный, а теперь вообще любой. Че мне туда? Теперь в свободном мире сделать паркур легче, чем придумать вот такую херовину. Я занят, блядь, немножко, потом дверь открою. Откройте мир. Дверь в мир наслаждений, ёпта. Ты, может, пригнешься, ёб твою мать? Ладно. Убейте! Сука. Как они, блядь, догадались тут засаду устроить? Граната! Кажется, нас кто-то сдал. Блять, как вестерн, нахуй, Дикий Запад. На балконе, на хуёне. Сколько вестернов смотрел, в каждой перестрелке кто-нибудь стоит на крыше. И его убивают первым. Я, блять, просто в ахуе. Зачем стоять на крыше? Не в засаде, ничего, нигде. Типа снайпер такой, не ебаться. Ты там на крыше снайпер, остальные все косые. В ответку, типа, в тебя не попадут. На тебе, блядь, в елдак. Нахер. А, блять, он умирает, смотри, как мучительно. Еще, блять. Братья Гримм, хуево. А ты-то чё, хули, ты не падаешь? Дожди, у меня дуэль с Биг Брейном, нахуй, не ори. Я тут ебашусь вообще, как лев. Как он? Как он улегся. Решил, увидел, что я его снимаю, решил позу поприличнее принять, что ли. Да, щиты в игре, конечно, блядь, редкий кал. А, это они нас отсюда назад не выпускали, да? Назад я не буду, блядь, дергать задвижку и открывать дверь как нормальный. Я выбью с ноги, и, типа, чтобы ты подумал, что ох, нихуя, Рэмбо какой. Такой продуманный. Блядь, куда он копыта на мой щит сложил? Я с этим щитом пойду, блин. С таким щитом можно, блядь, любого босса в Dark Souls убить. Я в Bloodborne бы за такой щит яйца отдал главного героя.
Пусть у меня главный герой был бы без яиц, зато со щитом. Ну не свои же, правильно, отдавать. На такую роскошную. Интересно, а сколько у полицейского щита защита от огня и молнии? Держи, вот видишь, как много от меня пользы. Пиздец, да, лестницу спустила один раз. Польза от тебя немерена. Я мог бы, знаешь, обезьяну надрессировать, она бы то же самое делала. За бананы. Чё она так шугнулась? Фиолетовые стены. Классно. Я вот смотрю. В принципе, планировка такая. Здесь, походу, какой-то... Смотрите, он как будто... Как эта, блядь, этикетка с водки Смирнов из 90-х. Она, смотрите, она подмигивает. Не знаю, видно его на ютубе или нет, но реально, как этикетка, он подмигивает. Этикетка одним глазом моргала, а это, правда, двумя. Сейчас я ее, блядь, снесу. Блядь, да как там пройти-то нахер? Дорогая, все для тебя. Идем. Так, ну, тут уже так пусть сделаешь, да? Да ты охуел, что ли? Давай. Свою приподнял. Уже почти. Не хочу посадить за нос. Пиздец, Стив Роджерс, а я вас не узнал, капитан. Нихуя у вас силушка-то при вас. Где щит оставили? Блять, ну пиздец, конечно. Я помню, смотрел в детстве какой-то мультик ебанутый про Рэмбо. Так вот этот Рэмбо, он там вместо домкрата, блять, держал приподнятый, ну на одной гусле, короче, БТР-ку какую-то держал, пока ее чинили. Я не знаю, что это за мульт был, но я даже в детстве, блять, ощутил, что это какая-то хуйня полная, это что показывает. Куда так танк приподнял, его чинят, блять, пиздец. Кстати, если вы знаете, что это за мультик про Рэмбо, можете в комментах написать. Вообще, раньше, мне кажется, всяких ебанутых странных мультиков было больше. Просто, блядь, они на записи никому не попали, их никто не помнит. Но там такой трэш, помню, снимали. Лучше подобраться с другой стороны. Лучше обойти этих ребят. Особенно эти полуобразующие мультики про всякий спид, там про всякую херню, где там мужик над этими... Думаю, зайти с той стороны. Над сиськами и жопами летел на воздушном шаре, помните такое? А с ним что прикажешь делать? Как-то остросоциальный мультфильм, что ли? Я даже не знаю, как назвать эту херню, господи. Или это даже реклама, может, была какая-то. Может, не стоит? Поиграем в войну? Ой, простите, я опять пропиздел всю сцену? Ну, ой, ну просто эти сцены мальчик-девочка в американских этих версиях кино, фильмов и игр и книг, блять. Не очень интересные, скажем так, у них диалоги. Получилось! Чё получилось? Мы только начали, ёб твою мать. Получилось гранату добросить? Ложись! Смотрите, это, блядь, какие-то эти, группа Pussy Riot мужская, блядь, в храме Христа, в храме каком-то, блядь, танцевали. Отходим. Блядь, вы оскорбляете чувство верующих, пиздец. За верующих и двор, из калаша в упор, нахуй, давай. Та-да-да, нихуя у него кувырок, слушай, мне в Dark Souls такой, блядь, кувырок, а? Хуя ты нагл. Блять, из узика стрелять вообще, конечно, такое удовольствие получаю. Прикурим его оттуда. Да, прикурим у меня. Осторожно! Блядь. Сука, ловите. Ложись! Чертоганы. Да, блять, вообще пиздец. Это какой-то антихедшотный, блядь, автомат. Из него только, блядь, по хуйцам стрелять. Чё происходит? Нихуя у них перестрелка. А я крайний, блядь, да? Я смотрю, что я под чутким руководством, которое они осуществляли методом бросков гранат, сделал нихуёвый круг по площади только что. О, все, пиздец. У меня остался только узик. Слушайте, а что надо сделать-то? Мне кажется, они тут бесконечные идут. Мы взяли его.
Хуй вам. Русские не сдаются. Блять, хватай быстрее пушки, пока они не исчезли нахер. Хуй знает, когда еще столько, сука, этого. Столько припасов, блять, будет. Какой жопу подкрепил, блять. Черт. Дробовик. Назад. А че назад? Где граната? Долго-долго гранату в кармане искал, блять. Сама и спускайся, блядь, и решай с ними, охуела что ли? Спускайся, блядь, я тут стою их так, по это... Ваншочу так из укрытия, она мне говорит, ты спускайся, говорит, танкуй. Сколько солдат он нанял? А я говорю, не, я подсветку даю. Да ладно, блядь, вы чё, ёбнулись? Мне столько, блядь, не вынести просто. Без... Да, 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 без мышки, блядь, в такой шутер, нахуй. Страдать только. А чё за чекпоинт? А, отлично. То есть вот этого, вот этот пулемет, который я так удачно убил, блядь, нихуя не засчитали. Ай, блядь, ладно. Сука, блядь, а? Морж ёбаный. Вот тебе! Да хули прицел-то, блядь, включился? Я же его не... Я не блядь, я же не жму прицелиться. Почему? Почему он его не убирает? Сука, ты пердяй, блядь. Где спринт в игре, ёб твою мать? В этой игре вот надо быстро добежать, а спринта нет, сука, нихуя. Тут гранаты для меня специально положили. Типа я, блядь, не докинул или чё? Получай! Здесь надо следить, куда граната падает, иначе она не взорвется. Компьютер ждет тебя, хочет тебя наебать при первой же возможности. Ладно. Ох, нихуя ты штурмовик. Сколько солдат он нанял? Проклятие. Это кто еще, блядь? Че ты вот не прикрываешь, дура? Я думаю, те сейчас в дверь забегут. Они же не будут тоже в эту щель ломиться. Нет. Им как бы не по дороге вообще. Хуй ты ранил, я живее всех живых. Блять, почему ты не укрылся? Ёб твою мать, заебал пакистанец нахуй тупоголовый. Сука, главный герой утырок, я ебал, блять, его. Пиздюк, блять, албанский, ну пиздец, ты ж сам за укрытие. А, это Лара Крофт за укрытие, наверное, сама прячется. Не знаю, схуя ли я решил, что он сам был, блять, да мог бы, блять, и сам. По большому счету, гандон, блять. Сука, из-за его тупости сливаю. Я все-таки, видимо, недооценил функцию автоматических укрытий в Ларе Крофт. Лови! Блять, дайте мне нормальный автомат. Пиздец, я не могу играть с этим говном. А можно еще ждать, пока они сами сюда залезут. Да, я смотрю, блядь, в доски. Своим зрением, рентгеном. Граната! Охуенно. Пошла, блядь, граната. Сейчас. Как гранаты просрешь, так мы и померли, учти. На первом же щитовом сдохнем. Блядь, я пиздец, как в контре прям нахер. Между ящичками какими-то. Закрысился, блядь. И раздаю в хеды. Ну чё, сейчас с третьей стороны приедут, я так думаю, да? Судя по логике, они будут нападать с трех сторон на следующем чекпоинте. Тут стреляют.
Вот муфлон, блядь. А там кто? Хуя не понимаю. Бабёнка их завалила? Уйти, молодец какая. Да, вроде бы это все. Как? Вон еще улица. Надо придумать, как влезть на крышу. Нахуй нам на крышу? Давай угоним грузовик, блядь, бронированный, и уедем. Безумный Макс, он уехал. И мы уехали бы. Ты понимаешь, что грузовик такой же. Что? Блять, откуда идет твой голос? А. Я думал, мы наверх этой церкви должны были залезть. А мы, оказывается, туда. Хироко, на маршрут. Подсади меня. Давай. Ой, а если бы мы были брат и сестра, я бы тебе сказал, иди нахуй, теперь ты меня подсаживай. Ну что? Ой, сука. Давай, скажи, что ты мне не опустил. Залезай. Блять, он... Он стоял, куда-то втыкал, ему чуть лестницы по башке не попало, серьезно? Ладно. Вроде путь. Бля, это была бы премия Дарвина, нахуй, и этот. И лучший финал всех времен и народов. И чё, я должен прыгать туда, куда я не вижу? Ну, видимо, смотрите. Ку-ку, блядь, ку-ку, нахуй, чё ты, блядь? А, вон туда, на столб, наверное. Точно, мне что, 2 часа учили, что по улицам рекламным можно лазить, блядь. Как залез, непонятно. Слушай, китайские монтажники на совесть, смотрю, рекламу вешают, да? Смотри, блядь, тушу какую выдерживают. Прикинь, я круга почета дал. Куда надо-то? Хуя не понимаю. А, вон, слева крыша, что ли? Да ну нахуй. Вон, туда. Давай, что нажать-то надо? Есть, готово. И что это такое? Выглядит так, как будто дворец Аладдина разбомбили. О, а вот и бомбилы пришли. О, черт, аж 2 солдата. А, нихуя, они вон что. Ха, чё, ёпта. Не помогли чьи-то шмотки, блядь, в Варфейсе. Сюда. Блядь, даже двери у лифта с позолотой. Ну я офигею, какая богатая страна. Да, мало приятно. Попали в генератор. Помоги. Генератор чего, лифта? Не пойдет. Придется включить его, чтобы открыть. Подождешь? Да, жаль, почитать нечего. Какая интересная сюжетная петля. О, может сейчас что разговаривать? Ох ты, ёпта. Похоже, выключатель на верхнем этаже. А попробуй вот этот понажимай. Подожди, я сейчас. Не, Русь, ёбаная, может этот что-нибудь включает? Чё ж ты не нажал-то? Отлично. Света, даже если бы там инструкция была на русском, я бы сначала этот пощелкал. За углом окажется зомби. Да, да, зомби за углом. Вообще, конечно, сюжетный поворот, прям, скажем, такой слабоватый, типа, блядь, ой, сейчас дверь закрылась, я тебя выпущу. Да, но вот этот видон, конечно, ой-ой-ой. Смотри, на левел ниже сейчас спустимся, блядь, допрыгаешься. Не, ну, крутизна, конечно, вообще. Сюжет, может, не очень в этой игре, но мне вот очень нравится вот этот маршрут и лазилок. Я не знаю, как это правильно назвать. Мне кажется, наиболее понятно. Это маршруты лазилок. Сука, надо же так выморозить. Ну это, конечно, в первую очередь... Ну, во-первых, графика немного отстала, но еще 4-й Uncharted выйдет. Но, конечно, в первую очередь это зрелищность. У этой игры хай зрелищность. Хай в смысле высокая, а не в смысле... Не знаю, как это, что там по украински. Блять, ёпта, сука! Блять, он здесь, а вот как я вот это говно открываю, ничего не слышишь, что ли?
Сука, а пистолеты разные или одинаковые? Одинаковые. Интересно, чей-то багаж, блин. Мне показалось на секунду, что там в окне Чебурашка нарисован пиксельный. Так, значит, они меня ждут в коридоре, да? Главное, они уже начали стрелять, а этот чувак все ходит по трубе. Пидорасы, блядь. Сука. Чувак, ты можешь как-то быстрее, блядь, боксировать? Не с Емельяненко дерешься, быстрее вырубай. Да ну нахуй. Какой умный спецназовец, ты смотри, блядь, в обход ринулся. Думал, наверное, что у меня это НЛД не пробивается, блядь, надо в тыл зайти. С камуля кинуть. Интересно, почему Нейтан Дрейк не использует этот кинжал в рукопашной, как вы считаете? У вас есть какое-нибудь объяснение этому феномену? Он же боится сломать. Может он боится сломать? Может. Это ничего не открывает, да? Это просто так. Вот. Может, не знаю, боится пробудить древнюю магию. Но вообще драться ритуальным кинжалом, это, конечно, была бы уже пиздец. Это анимешная херня какая-то. Он начал драться ритуальным кинжалом, напоил его кровью, и кинжал проснулся. Один кинжал управлял ветром. А второй водой, блядь. Вот и не любит эту хуйню. Так, что дальше-то? Я так понимаю, что взрывную бочку стоит взять, чтобы щитового вырубить. У меня вроде гранаты есть, а с бочкой наверняка долго ходить надо. Я так понимаю, что генератор... Не в генератор не попали, а как будто генератор специально выключили, раз они здесь ходят. Или они его, блядь, не знали, как выключить, наверное, и взорвали, да? Опять? Ух, как... Блядь, и он не перевесил, да? Вот смотрите, большая часть этой палки, она висит за окном. Большая часть балки, да? Ну, рельс какая-то, блядь. Большая часть, она уже должна была ёбнуться, а там еще, блядь, как минимум 80 килограммов Нейтана Дрейка повисло, блядь. И ничего. А потом дети пытаются в школе, блядь, физику освоить после таких игр. Охуевает, задачки с весами, блядь, надо что-то взвесить. Нейт, ты что там забыл про меня? Я каждую секунду думаю о твоей заднице. Ох, у этих латиночек жопы, да? Нарисовали прям реализм. Нихуя я убрался в комнате за минуту просто. За секунду. Ну и чё, и мне как уйти-то отсюда? Может спокойно пролезть между вот этих вот прутьев, блять, просто ему туда, видимо, не надо. Условности. Почти на месте. Куда она побежала-то? Я там был, я там все залутал, там ничего нет. Или не, или что? Блять, куда надо идти-то? Может, это мне надо в лифт сесть? Я что-то нихера не понимаю. Так. Вот это что удерживать? Поехали. Пиздец! Ну и как это надо было увидеть? Вообще пиздец. Сука, это мог быть момент минут на 10, я базарю, потому что я вот эту хуйню не заметил. Ух ты, блядь, чтоб я так жил, ёб твою мать. Бери нахуй свою тетрадку. Ой, ёб, ой, блядь. Эй, посмотри, Марко. Серьезно? Мне кажется... Рыбка из воды.
Ты просто как ребенок. Мне кажется, если бы у меня была такая вилла, блядь, с бассейном, можно было столько жопастых девок туда водить. Ёптвою мать. Так, сюда. Мне кажется, что у нас, конечно, народ хоть и гордый, но когда тёлки узнают, что у тебя есть хата с бассейном, это в корне меняет дело. Сука. А сейчас прикиньте, где-нибудь сидит какой-нибудь сын мексиканского барона, не знаю. И летсплейчики смотрит такой и думает, нахуй бассейн, что с ним делать, я лучше, бля, он в игры поиграю. Ну, видимо, сюда куда-то, да? Ага. Ну да. Хорошо, что, блядь, нет. Криворукие и таджики кирпич ложили, блядь, выпирающих оставили. Я представляю, с какого хуя здесь кирпичи выпирают. Плитка. Ура, снимем флаг Боливии. Вот мы и на месте. Осталось найти тот самый храм. Легче сказать. Вот этот с пипкой. Да, ты прав. А, это тоже с пипкой. Они все с пипками. Вот он. Вон, смотри. Так быстро. Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму. Повезло. Нейт, там-то Лазаревич и засел. Нам лучше бы убраться. Бля, какая тетя. Ёб твою мать. Ну, выбора нет, так? Рейк обнаружен в 8-м квадрате. А, черт. Может, это 9-й? Прочесать город, найти Рейка и уничтожить. Вот так вот нахуй. Слышь, девочка, у Нейта на перспективке-то не очень. Я предлагаю бросить этого мудака и уйти ко мне. Слушай, Нейт, пора идти. Блять, я хотел первым съехать. На пистолете, блять. Я всякие способы видел уже за время игр. Но на пистолете, блять, чтоб съехали, я впервые вижу. Что она сказала? Прыжок веры сделать? А, вот. Прыжок неверы, блядь. Чёрт, это, знаете, напоминает мне игру I'm Alive, или как там. Твою мать. Ну, где там постапокалипсис такой, и игра вообще не про перестрелки, а про бомжа какого-то. Там вот такой паркур такой же, примерно. Но игра, правда, не очень интересная в плане геймплея, помню, что. Первый уровень прошел, блядь, и дальше уже что-то идти нехуй. Там такая депрессия ебучая повсюду. Это как в Лимбо играть, только в Лимбо хоть сдохнуть можно весело. А в I'm Alive вот просто депресняк и больше ничего. Блять, бронированная реклама, смотрите, не пробилась до последнего. Мою жопу прикрывала, блядь! Ебать, скользкий парапет, птицы обосрали. Мудила. А, чекпоинт засчитали? Хуен. Хули они вниз-то не падают, блядь. Заебись, у меня две лишние гранаты было, да, судя по всему? Я путаюсь, на левую перезарядка, блядь, или на правую. Одна из них бросает гранату, другая перезаряжает ствол. Дерьмо полное. Сюда! Ой, да ладно, мне дали спрыгнуть с альтухой. Вставай, Нейт! Конечно, встану, мне все похуй. Ты цел? Да! Кумулятивная защита пердака спасла. Комплекс активной защиты мандавошка. Из моей матни, блять, избила ракету на молекулярном уровне, как человек муравей. Ебануться. Бронекресло, спаси меня, пожалуйста, от огня вонючего. Но это сраный Ми-24. Кресло он в жизни не прострелит, он же советский, а игра, блять, американская. Смотрите, вон стол деревянный, блять, с фанеркой, вон, смотрите. Ходите, посмотрите, как фанера защищает, смотрите. Это же надо, блядь. Хули они свои апачные нарисовали, гондоны, а? Блядь, да бей ему по... Блядь, нихуя себе. Они решили на всякий случай убить нас обоих, на самом деле. Но мне понравилось, что удар по яйцам нисколько не замедлил этого парня. Нихуя он... Я, по-моему, убил только что чувак, чемпиона мира по нижнему брейкдансу завалил, блядь. Ха-ха, бля! Сука, вот он крутнулся, блядь. Они здесь. Сука, второй раунд, нахуй. О, быстро я его ёбнул. А
О, смотрите, а им не повезло. Это единственная, единственная мебель, которая, блядь, разваливается в этой квартире, блядь. Ай, сука, на, за книжной полкой спрятались, блядь. Ничего, думали, тоже не пробьется, что ли? Нет, нет, нет. Только не лифт. Конечно, хорошо. Давай, блядь. Чай не небоскреб. О, блядь. Вот лучше бы лифт, нахуй, хули я тебя слушаю, тупая баба, ты, блядь, бестолочь. Спускайся. Никогда нельзя слушать бабу, блядь, она ничего хорошего не предложит. Насмотрелась, наверное, в женский взгляд Оксаны Пушкиной, блядь. Давай, спасай меня, школьный стол. Что они делают? Плохо дело. Ты не, вот плохо дело, ты недооцениваешь советскую мебель, блядь. Держаться нахуй из стола. Все рушится! Вот дерьмо! Дерись, им же похуй, почему тебя это волнует? Ебать, это еще перестрелка идет. Непонятно почему, но они померли. Нихуя я танканул стекло, блядь, грудью богатырской. Будешь у меня из волос сама сегодня стекла выковыривать. Ну, почти на месте. И часы тикают. Такая тишина и только тиканье часов. Обалденно. Классный момент. Атмосферный, блин. Сюда, быстро! Может, вниз пойдем, метро поищем что-то. Что-то прогулка как-то затянулась, блин. Вряд ли у них сейчас высокий сезон, да? Смешно. Пошли. Вообще не понял, про что она говорит. Женский юмор, хули. Я женский камеди смотрю, тоже не понимаю нихуя. Над чем они там смеются? Так, и чё? Мне по этим саженцам конопли лезть или с разбегу прыгнуть? Думаю, с разбегу. Бля, как... Что за дома такие, что у них выход на крышу свободный для всех? Они сюда выходят, тут реально. Ну, давай. Никто не орёт, что кровлю испортишь, да? Там сидят там, наверное, шашлычки, блядь, что жарят. Просто мне так нравится здесь на крышах, даже несмотря на то, что здесь стрельба идет. Заебал, ты можешь, блядь, может управление как-то поменять можно, а? Чё-то вот управление в этой игре, ну прям вот не мое. Мост, класс. Конечно, повстанцы специально строили их, чтобы бегать по крышам. Вот это удача. Да, они не заебались такое строить-то. Не просто доску перекинули, а построили целую конструкцию, чтобы вот именно с этой крыши на эту было можно, а с той на эту нельзя. Повстанцы. Здорово. Повстанцы это обычно обезьяны какие-то с палками, блядь. Как, вы где-нибудь видели таких круто организованных повстанцев? Нет, это всегда какая-то, блядь, дикая толпа абсосов. Ну так в фильмах показывают, так я не говорю, что революция дело неблагородное, блядь. Хули здесь два гранатомета было? А вот у меня 9 теперь гранатометов. Тем более это Бразилия, тут вообще одни обезьяны с палками и должны быть. Осторожно. Или что это не Бразилия? А он не сдается. Ложись! Ой, блядь, анимация попадания гранаты в вертолет просто нахуй довела меня до оргазма только что. Это еще на что? Там еще и солдаты? Я не ослышался? Там еще солдаты, не там еще солдаты, а там еще и солдаты. Должна была сказать. Пиздец, вы охуели что ли? Ну че за нахуй говно, блять? Пиздец какой-то, блять. Это невозможно нахер. Вот так, понятно? Драться с Ми-24 и прятаться за столешницей какой-то, блять, которую... Который не то, что вертолет, дождь пробьет, наверное, нахер скоро. То есть то, что я контузил пилота, блядь, выстрелом в кабину, похуй, не поощряется, да? Сука, урюки ебаные. А когда кончится, блядь, гранаты, что я буду делать? Вот сейчас, что я буду делать? С пистолета, блядь, его хуярь? Там он, блядь, присел просто грустно или помер?
Управление просто говно. Спасибо за внимание. Не знаю, почему я подумал, что Б это кнопка отмены, блять, команды. Вот так, понятно? Ты кому, вертолету кричишь? Блять, хуйня полная. Ну винт же, блять, попал. Хули ты до сих пор летаешь-то? Как я их, а? Да, что-то у меня процент попадания. Как, блять, у Бьёрндалена в худший. О, смотрите, я ему отстрелил навесные ракеты, которыми он не пользуется. Не правда ли я, бля, выгодно поступил? Вот носовой пулемет его можно отстрелить? Курсовой, которым он пользуется, блядь. Дайте ж, блядь, оружие-то, ёбаный. Санта-Клаус, блядь. А, вот он. Мне же никто не сказал, что надо, блядь, их подбирать, чтобы, блядь. А сейчас можно взять сразу? А, сразу можно набрать. Хули же молчить. Вот так, понятно? Здесь он и пушку по понтове держит, и стрелять поудобней. Вообще прямая наводка. Сука, я долго буду... Блять, петушьё, ёбаное, вам хуль там не сидится-то? Суки, блять. Я долго буду этот вертолет ёбаный на запчасти разбирать? Блять, он заебал уже. Все разваливается, блять, разваливается, все рухнуть не может, ёбаные. Ми-24 уже от времени должен только развалиться был, блять. Сука, инопланетная хуйня. Сука, блядь. Вот так вот я экономлю, блядь, нахуй. Ну не хватит, блядь, гранат, ёб твою мать, хули. Хули ждать-то. Сука, меня уже бесит, блядь. Вот так, понятно? Дебильный уровень. Я вон что там, посадочные огни только... А, инфракрасную херню сбил. Здесь вертолет разваливается лучше, чем в Хелиборне, блядь. Нет. Да если бы я, сука, с мышки стрелял, я бы этот вертолет уже давно сделал, нахуй. Да, не служить Нейтану Дрейк в ПВО, там такие косые нахуй нужны. Пиздец, блядь, сука ёбаная, ну как взять-то, блядь, гранаты нахуй, он не дает, блядь. Пидорас, блядь, сука, чмошник, блядь, ёбаный. Он пассивничает, ждет, когда, блядь, подходящего момента, блядь. Ну пиздец вообще, точность. Проклятие. Точность левел 80. Левел. Чё только один сдох-то? Пиздец косой ты, Нейтан Дрейк. Давай за ванну с землей. Ванна с землей вообще тем более не пробивается. Блять, это пистолетный. Я думал, для гранатомета еще патрон. Заспаунили. Нахуй ты. Куда? Я не выстрелил, а патрон забрали. Нихуя себе. Че, блядь, за правила такие? Ну, пиздюк, криворукий, блядь. А, винт попал тоже считается, да?
Все, что было, отдам нахуй. Умри, блядь. Упади, упади. Если бог есть, упади, блядь. Не знаю, как зовут пилота, блядь. Наверное, поэтому мое заклинание не действует. Пиздец. Сука, ну это мне кажется, что он уже сейчас сдохнет. Куда, блядь, больше-то? О, блядь, последней гранатой, сука, как в лучших традициях боевика, блядь. Падает, падает. Падает снег. А. Ты уж допивай до конца, раз начал, сука. Давай, опускай мост. А если это, блядь, был единственный вертолет в этой армии, блядь. И тут с нашими пилотами наверняка. Ну момент, бля, вообще. Только эту собаку убивал полчаса, блядь, в Бладике. Тут нахуй на вертолет придумали. О, танцор диска, видать, снова крутит. Ух ты. Это что такие подгоны-то? И как опять шутер начинается. Че он делает там? А, блядь. Слушай, тут паркура больше, чем в Dying Light, по-моему, уже. Эй, трос, вот как мы спустимся. Давай, давай. Да, она это раньше тебя придумала, вы уже спускались, блядь, на пистолетах причем. Хоть ты умничаешь-то. Причем как-то, блядь, непонятно, как он его там зажимает даже. Черт! Ебалом об стенку, падение с пятого. Нормально, конечно. Чё ты спрашиваешь? Высота детская. Ладно. Да, она-то, блядь, найдет, как спуститься. Она будет искать, как спуститься, а я как подняться, блядь, на серединке встретимся, да? Там можно, я смотрю, внизу немножко пролезть, но... Что-то он туда не хочет прыгать, а он боится яички свои поджарить. Говорит, давай по максимуму поверху пролезем. Тот самый вертик, да? Он пердак как разворотила ему эти мои гранаты. Нет бы там еще пилоты там потрескивали жареные. То как-то мало месива на экране. Вроде война и какая-то такая бескровная. Брызгает там что-то, кетчуп какой-то. А где вот трупы на улицах? Что тут? Никто, никого случайно не забомбили, что ли? Нейт? Ой! Ты что здесь делаешь? Елена! Джек, стой! Ты что? Эй, ёбарь твой. Знаешь, новый, что ли? Да. Это Дрейк. А. Че, она про меня не рассказывала? Ну, и какими ты здесь судьбами? Намерен обчистить пару храмов? Или, может, музей? Я тоже рад тебя видеть. А ты тут, конечно, с благими намерениями. Вообще-то, мы идем по следу военного преступника. Зоран Лазаревич, слыхал о нем? Пусть НАТО его ищет. Они думают, он мертв. Какое серьезное, блядь, журналистское расследование. А ты решила открыть им глаза? Знаешь что? Он же просто изверг, Нейт. Он же... пытал и казнил многих невинных. Да, людей. И побороть его могут только журналистка и чувак с камерой. Но почему же здесь? Что он может здесь искать? Что-то тут. Он же настоящий зверь, мы должны сделать ролик для Ютуба. Нет. Скажи мне, что не имеешь к этому отношения. Не смеши меня. Вот ты где, Нейт. Вроде ушла. Эй, стой! Все в порядке, Хлоя, это журналисты. Ай-яй-яй. Нам надо торопиться, если мы хотим успеть... У одной жопа, у второй, смотрите. Тоже фигурочка. Эй, стоп, стоп, не торопись с выводами, Елена. Простите, вроде тут пахнет историей. О, Елена Фишер. Прошлогодняя модель. Смешно. А вы говорите, нету связи между частями. Очень рад, что тебе весело. Прошлогодняя модель. Ну, я плохо представляю тебя с такой рафинированной кисейной барышней. Она гораздо круче, чем ты думаешь, Хлоя. Да. О. Может, восьмеркой загнуться. Что еще? Она разбила тебе сердце. Ну, хватит. Я раздолбил ей... Может, это я ее? Ладно. О, да, Казанова. Нам пора идти. Стой. Они пойдут с нами. Ты в своем уме?
Я серьезно, я не могу бросить их посреди всего этого. Они будут нас задерживать. А если... Хлоя. Если Лазаревич поймает нас обоих... Давай, чтобы ни тебе, ни мне. Возьмем только одного, чур, это будет тёлка. Нейт. Что вы пристали? С кем пришел не знаю никакого. Не знаю. Я понял тебя. Хорошо сказала. Но они идут с нами. Нас не надо спасать, Нейт. Спасибо. Ах, бедный парень, между двумя такими тёлками. Ой, блядь, жопа у правой, смотрите, как подключить, как выгодно смотрится, бля. Приседает, наверное. Ой, наверное, сколько она приседает. Осторожно! А, и что теперь? Чё теперь, блядь, конечно, перестрелка ебаная. Господи! Ой, как мне надоели перестрелки здесь, это что-то. Просто даже буду, блядь. Осторожно! А, и что теперь? Участие в очередной просто удручает. Я на это не напрашивался. Тем более боты ведут себя, блядь, неадекватно. На геймпаде играть не очень круто. Отличный выстрел для журналистки. Зрелищность игры отнюдь не в перестрелках. Нахрен не вообще нужно. Помоги открыть дверь. На счет три. Раз, спорим, два, открывается три. С другой стороны. Нет? Я думал, в играх все двери, блядь, с другой стороны открываются. Спасибо. Мы осквернили какой-то шаолинь, по-моему, только что. Здорово. А, и как нам перебраться? С той стороны лестница. А тут какие-то подозрительные бочки, блядь. Хорошая мысль. Ну, это полпути туда. Да, я вижу, вон еще следующий полпути. У меня есть идея. А чё, блядь, где гранаты-то? У меня же гранаты были. А, суки, блядь, чё, гранату забрали, чтобы я отсюда её не взорвал? Блядь, какие твари хитрые. А, подождите, а там бочки-то нет взрывной. Здесь нигде не лежит. И чё, мне, блядь, вручную предлагают полезть, завал разобрать, что ли? Там, да? Че, его тут не сносит, что ли? Можно ходить, серьезно? Ага. Только назад. Может, надо забраться повыше? А ты такая умная, блядь! Заткнитесь нахер. Я просто залез освежиться. А, ты со мной шла, что ли? А я не видел, блядь. Дура, ёб твою мать! Не могла раньше в кадр свою, блядь, жопу засунуть. Ах, орешки. Может, штаны такие? Хуй знает. Ботекс не закачивала? Чё это? А. Чё-то могла бы ящика побольше скинуть, еле дотянулся, блядь. Какое чудо, что здесь газ-баллоны, блин. Да ладно, прям на ходу. Он сам прицелился в брошенный баллон. Здорово, а? Как еще это работает, ну-ка? Пиздата. Талант, большой талант. Давай, хватит, блядь, трахать лестницу, спрыгни ты с нее. Че это такое за... Вроде слон, а у слона из пасти вылезает какой-то дракончик. Это чё, чужим памятник, что ли? Это индийские ксеноморфы, что ли? Так, как прыгать-то здесь, блядь? Здесь прыжок-то, отродясь нормального прыжка, в игре не было, инвалид. Это какой-то очень долгий уровень, по-моему, нет? Опять перестрелка, да? Да, мест, по месту видно. Укрытие. Черт, они повсюду. Джефф, ложись. Хуй с ним, с Джеффом. Надо заткнуть эту пушку.
Мы отвлечем их, а ты заходи с фланга. Вы отвлекаете, блядь, просто знатно. Меня, правда, отпиздили немножко под вашим, блядь, охуенным прикрытием. Блять, на что сил хватило, так и бросил. Я тебе аж не поверил, что это голова, блин. Не выйдет! Не выйдет, блять. Выйдет, выйдет, поднатужься, блять. Сука, на, блядь. Как тебе, блять, взрыв, а? Он охуел, наверное, 100% в базаре, что он на такого взрыва, он прихуел. Блять, я чуть-чуть не добежал в штыковую, сука. Нейтан Дрейк, говна кусок, блять. Бесполезного. Ложись! Да нахуй, брось ты им гранату обратно, блять. Мне пиздец, как граната нужна. А хоть один, блядь. По-моему, я там вижу башку его, блядь. По-моему, попал. Следующий сел, что? Ну, здорово. Чё, суки, не ждали, блядь? Куда ты нахуй полез-то, блядь? А лут кто будет собирать? Музычка какая-то такая играет фирменная, походу. Чудно. Тихонько так. Блядь, а мне еще, наверное, их надо Берегитесь. Спасать, да? Я что-то про них и забыл, сижу тут, лут собираю. Все, путь свободен. Да хуй с ними, в принципе. Да, всегда. Там сейчас что-то юморное случилось, что-то... Оператор спросил, а две бывшие и нынешние, типа, такие хором ответят, что типа, да. Он всегда такой, да, всегда. Всегда дурачок. Дурашка наш. И драка такая началась сразу, блядь, кошачья. Сюда. Блять, вы можете стонать как-то, блять, как-то менее порнушно, вы заебали. Такое ощущение, что они там уже, блядь, подружились и, блядь, ножничками друг друга пилотки трутся, блядь. Они лезут там по этим. Надо торопиться. По препятствиям. Там снизу сейчас Т-64 или 62-й. Тайп-59, наверное, проехал. Не знаю. Трудно сказать, что это за говно было. Говно, это я про графику, не про танк. Мы в безопасности. Танк как-то был нарисован. О, вот он, нихуя тач-махал такой, смотри. Класс. Она говорит, дым идет из храма. Где дым идет? Что скажешь, а? Мы у самого порога. Что скажешь, блядь, смертельную битву тут снимали? Храм так, света, значит, нет? Мы оказались здесь совсем не случайно. Да, не совсем. Вот эгоист. Окей, так что именно вы тут ищете? Видишь символ там? Масонов. Это Чинтамани, детка. Нейт? Огромный. Огромный сапфир, и он бесценен. В общем, другими словами, вы пытаетесь стянуть мифический сапфир из-под носа военного преступника. Она хочет сказать, что это ужасно глупо. А я и не понял, Джефф. И вроде бы камень Джефф, здесь. В этих фильмах и играх всегда умирают вторичные персонажи. Сам угадай, кто здесь. Из нас вторичный? Эй, нет. Нет, он в Шамбале. Шамбала? Нейт. Ну, которая Шангрила. Можно на пару слов? Милый. Хотя, может быть, лучше нам продолжить эту беседу внутри. Согласен, пошли. Еще одна 24-ка пролетел. У-у-у. Чё-то, блядь, внутрянка не соответствует нарядному фасаду. Это порядок. Чё за каменный здесь век? Они нас не найдут. Тут что-то не так, Нейт. Лазаревичу не деньги нужны, их у него хватает.
Дело в другом. Пошли. У нас нет времени. Вы ждите здесь. Жена ему нужна, блядь. С тещей злой. Ну, как обычно. О, ну, так уже больше похоже. Тайна Ты что, города. Думаешь, они пара? Не может быть. Быть этого, блядь, не может. Интересно, почему не может? Ладно, короче, почему они не могут быть парой, мы узнаем в следующей серии. А это, думаю, главная интрига будет серии. Я ж думал, барака сидит. Вот, так что, а это в противогазе, смотрите. Инопланетянин такой, блядь. В натуре инопланетянин. Я теперь верю, что инопланетяне посещали Землю. Все, короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.